Татьяна Андреевна, как вы считаете, нужно ли вернуть автобусы на Ворошиловский проспект? Да, я считаю, нужно. Это очень удобно было людям, и сейчас будет удобно. Я желаю, чтобы вернули для людей автобусы на Ворошиловский. А если бы пустили бы еще и по Сиверса? Было бы ли это удобно, Батачана? Конечно, конечно, было бы очень удобно. Нужно все стараться, чтобы было людям хорошо и удобно. Все-таки тяжело ездить, такая жара, а в основном женщины там ездят. Нужно стараться, чтобы как-то облегчить их состояние, все. Ну, стараться для людей, я считаю, так надо. Спасибо.